your countries and the region more developed, democratically and economically. Please, floor is yours, Mr. Speaker. Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, прежде всего, позвольте мне от имени делегации парламента Республики Казахстан поприветствовать всех участников сегодняшнего заседания и выразить признательность председателю парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе господину Георгию Церетели и австрийской стороне председателю Национального совета парламента Австрии господину Вольфгангу Соботке за теплый и радушный прием и высокую организацию мероприятия. Хотел бы выразить поддержку приоритетам словацкого председательства, которое представил господин Мирослав Лайчик, и которые, уверен, будут способствовать продвижению диалога, продвижению доверия и стабильности на пространстве ОБСЕ. Вот уже более четверти века Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе является эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития регионального сотрудничества. И сегодня, когда мир переживает трудные времена, когда чрезвычайно важна политическая воля, которая позволит коллективно и конструктивно работать над общей повесткой дня по всем аспектам европейской безопасности. Дорогие друзья, как вам хорошо известно, Казахстан был организатором пока единственного в этом столетии саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году. Тогда государства-участники приняли Астанинскую декларацию, в которой подтвердили свое видение свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности. Однако, понимая, что геополитическая ситуация в мире динамично меняется, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, считая необходимым обновление Хельсинского заключительного акта 1975 года, предложил провести в 2020 году в Астане конференцию по безопасности и сотрудничеству, приуроченную 45-летию принятия данного стратегического документа. И сегодня с этой высокой трибуны хочу поблагодарить руководство парламентской ассамблеи ОБСЕ за поддержку данной инициативы президента Казахстана. Уважаемые коллеги, вы хорошо знаете, что Казахстан с момента обретения своей независимости активно участвует в работе ОБСЕ по всем трем измерениям деятельности организации. В рамках военно-политического измерения мы поддерживаем многосторонние усилия по обеспечению евроатлантической и евразийской безопасности, укреплению мер доверия, урегулированию затяжных конфликтов. В связи с этим у нас вызывает обеспокоенность распространение таких транснациональных угроз, как международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и кибератаки. На наш взгляд, сегодня необходимо принятие мер коллективного и только коллективного противодействия этим вызовам и угрозам со стороны государств-участников ОБСЕ. И именно поэтому актуальная инициатива президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании глобальной контртеррористической сети под эгидой Организации Объединенных Наций. Сегодня необходима выработка практических мер по выявлению, задержанию и экстрадиции террористов. 28 сентября прошлого года в Нью-Йорке был подписан инициированный президентом Казахстана кодекс поведения по достижению мира свободного от терроризма. На сегодняшний день к кодексу присоединились более 70 стран. Если говорить о втором экономико-экологическом измерении, то для нас большое значение имеет формирование трансконтинентальных транспортных коридоров, объединяющих Европу и Азию. Именно эти коридоры обеспечивают и устойчивое развитие всех регионов, всех государств, находящихся на этом пути. В этом направлении продолжается совместная работа в области охраны окружающей среды, в том числе в решении проблемы Аральского моря, эффективного управления водными ресурсами во всей Центральной Азии. В третьем человеческом измерении для нас очень важны такие вопросы сотрудничества, как соблюдение прав человека, в частности борьба со всеми формами нетерпимости и дискриминации, вопросы верховенства закона, независимости судебной системы, толерантности и продвижения гендерного баланса. Уважаемые дамы и господа,
В условиях современного глобального мира, когда Европа и Азия – это, по сути, уже единое географическое, единое политическое пространство, переплетенное множеством исторических, экономических и культурных связей, система безопасности и сотрудничества не может рассматриваться уже как чисто европейская. Поэтому президент Казахстана выдвинул инициативу провести совместное консультативное заседание ОБСЕ, СВМДА и регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности. Полагаем, что такое заседание позволит выработать общие подходы для конструктивного взаимодействия в этой очень важной сфере. И здесь особую актуальность приобретает парламентское измерение, как важная составляющая международного сотрудничества. Именно в целях укрепления прямого многостороннего диалога между руководителями парламентов государств Евразии мы планируем проведение 23-24 сентября этого года в Астане 4-го совещания спикеров парламентов стран Европы и Азии на тему «Большая Евразия. Диалог, доверие, партнерство». Данное мероприятие является продолжением представительных форумов, успешно прошедших в Москве, Сеуле и Анталии. Приглашение участвовать в данном форуме направлено руководителям парламентов стран Европы и Азии, руководителям международных парламентских организаций. И на сегодняшний день многие из них уже официально подтвердили свое участие. Уверен, что выработанные на этом представительном совещании спикеров Евразии предложения и инициативы послужат дальнейшему укреплению доверия и взаимопонимания между странами и народами нашего континента. В заключение, дорогие друзья, хочу пожелать всем нам успешной работы и плодотворной дискуссии, ибо только через конструктивный диалог, только через эффективное взаимодействие мы сможем совместными усилиями обеспечить комплексную безопасность на пространстве ОБСЕ. Благодарю за внимание.